Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн. Канал, где мы говорим про историю, фехтование, доспехи. Поэтому в кадре Андрей Богданов. Андрей, привет! Здорово, Макс! Привет, друзья! Напоминаю вам, что Андрей оружевед, работает в Эрмитаже, хранитель фонда... Э, сейчас я, я, я сейчас скажу. Фонда западноевропейского оружия Арсенала Эрмитажа. Э, Почти. Работаю в отделе «Арсенал», э, храню западноевропейский доспех, Оружие, но оборонительное. Оборонительное. Да? Да. Вот. Ну и стараюсь вам рассказывать о тех исследованиях, которые провожу сегодня. И Речь... сегодня... Извините, перебил. В прошлый раз мы в прошлом выпуске посмеялись, посмотрели, прожарили доспехи из ведьмака. Мы это любим. Лат из ведьмака. Но сегодня серьезная тема, но не менее интересная. Да? А, да. Я надеюсь, что вы оцените, причем как э, наши зрители, не имеющие отношения к, к доспехам, истории и боям, так и те, кто занимается боями, потому что сегодня мы поговорим про костюмные доспехи. Вот сразу звучит очень многообещающе, интересно и непонятно. Костюмные э, доспехи, что? Как. Ну, мы поговорим, на самом деле, вот у меня на днях выходит статья про один из наших доспехов, эрмитажных который обычно стоит в рыцарском зале. Те, кто в рыцарском зале были, бывают, а кто не был, сходите. Он стоит у нас обычно э, на нашей постоянной экспозиции и неизменно привлекает внимание, потому что доспех реально очень необычный. Ну вот странный он. Он странный и поэтому интересный. Да, и на самом деле, как мы увидим, сейчас я чуть-чуть заспойлерю э, выводы, да, и конец видоса. Э, на самом деле он странный и довольно уникальный. То есть, в принципе, тут есть э, технические решения, которые вообще больше нигде не встречаются, при этом э, наши собственные примерки и вот, опыт общения с доспехом непосредственно э, дает представление о том, что действительно это имело место, это можно использовать и так далее, и так далее. Ну, вот этот доспех, я на него смотрю, честно, он выглядит как э, из, этого, из мультика про Алису Селезневу, которая... Нет, не Селезневу. «Тайна третьей планеты» Да, Громозека. «Тайна третьей да, планеты» и да, Громозека. Да, Громозека. «Громозека», все, спасибо. Иногда говорят, э, некоторые люди говорят ремонтажный водолаз». Или «Водолаз», вот. очень похож. А, ну, э, на самом деле это полнофункциональный доспех. Доспех, предназначенный для боев. Как мы увидим, боев прежде всего пеших, но еще и конных внезапно. Э, вот, и доспех действительно любопытный, действительно ну, привлекает внимание. Турнирный доспех. Да? Доспех турнирный и доспех, то, что называется, костюмный. Было. Вот. А, давайте немножко поговорим вначале о самом доспехе с точки зрения конструкции, с точки зрения того, какие здесь небанальные э, решения применены и как вообще все это выглядит. А, костюм доспех, а, вот у него есть инвентарный номер, ЗО, то есть западноевропейское оружие, 6427. Я как музейщик должен это сказать. А, соответственно, м -м, доспех, в общем-то... Состоит из рук, ног, керасы, то есть основной части шлема. При этом все это собрано достаточно оригинальным образом. Слушай, я его первый раз со спины вижу. Да, и он вообще, ну, редко его можно увидеть со спины. А со спиной тут достаточно много любопытного. Ну, во-первых, я думаю, что первое, что бросается в глаза, это то, что доспех, он декорирован такими разрезами и буфами. Да, у него... Сейчас мы посмотрим подробно во всех деталях. Во-вторых, то, что бросается в глаза... Это то, что у него очень оригинальная конструкция плечей, и да. у него практически нет открытий. Вот мы все время говорим о том, что открытие это главное. Да, да, мишень. верхняя часть да. тела вся полностью закрыта. И подмышки, и локтевые сгибы. Да, и, в общем-то, рукавицы у него очень интересные, не банальные для доспехов этого времени. А, да? а доспех относится ну, к второму десятилетию 16 века. Забежим угу. немножко вперед. Вот, у него э, прикрытая надежная шея, очень не банальный формы шлем, то есть кажется, что форма обычная, но на самом деле он больше расширен в песочной части, да, у него очень такой крупный, крупный купол, купол в гребнях, э, вот, у него э, две щечечки, которые закрываются, то есть это шлем типа армет, и это то, что называется у нас обычно в описях э, бургунский шлем, ну, у нас в описях имеется в виду, по слову бургундский, э, то, что у него такой валик здесь, который замыкается на, э, на, собственно, Говоря ожерелье. вот посмотрим на шлем поподробнее. То есть вот здесь у нас валик, да, вот на угу. шее, и а на ожерелье, ожерелье это отдельная деталь. На ожерелье, ну там, соответственно, тоже выход под этот валик, такая ну вальцовку можно сказать. И вот этот вот, э, валик на эту вальцовку э, закрывается и получается, что с одной стороны головой можно вращать, с другой стороны, э, как бы если получаешь удар, то он э, немножко плечо, амортизирует, да, да. отыгрывает вот на эти боковые заклепки. Блин, То есть он я... позволяет сгибание головы вперед, при Обалдеть. этом он немножко амортизирует. Это очень эффективная э, система. Слушай, э, это же имеете в виду, друзья? Блин, это потрясающе. На самом деле, это. И, и это действительно работает. Погоди, вот пока ты всего этого не сказал, это выглядело как какая-то занятная фигня. Но сейчас я понимаю, это очень круто. И потому, это что очень описал... круто. Они потому и Просто делали. Я, как человек, который практикует эти бои, могу сказать, что вот возможность крутить головой, ее переоценить просто невозможно. Да, конечно. А при этом и, обычно... и он еще демпфирует удары при да, этом. Да-да-да. И обычно этого достигается тем, что ты просто делаешь себе шлем и, ну, менее глубокий, и как бы смиряешься с тем фактом, что ты можешь крутить головой, если тебе дадут сверху, очень, то мой, твоя очень шея сломается. И мы опять можем вставить тут этот прекрасный эпизод, где меня вырубают Блин, серьезно? Вот он так мог, мог крутить. Так это, я тебе больше скажу, вот эта э, система с бургунским шлемом, бургундским шлем. вот мы применяем условно, да, это... Э, термин, который прижился в оружеведении, ну, немножко, наверное, предыдущей эпохи, такой середины первой половины 20 века. Блин, люди же даже, вот сейчас реально, зрители даже не понимают, насколько это круто. Ну, те, которые получали алибарды по голове, наверняка понимают. А такие, да. я уверен, составляют некоторый процент от зрителей канала. Вот, кстати сказать, человек, который сражался в этом шлеме, тоже получал по голове. Наверное. И мы видим следы этого. Если посмотреть на купол, да, за руки, мы видим, да? что он иссечен. Угу. Он насечен у него есть утрата металла и у него есть прям дырки. На самом деле дырки есть на всем доспехе, но вот они как раз не от ударов. Дело в том, что доспех выполнен в рельефе, да, то есть он имеет рельеф, ага. выколоченные элементы. И на этих элементах, ну, отчасти из-за самой работы, отчасти из-за последующих шлифовок, тонкий очень металл. тонкий металл. И иногда он протирается. Это характерно и для этого доспеха, и это же характерно для максимилиановских доспехов. Например, там, где у них пробитые ребра, они бывают, что заполированы. Это может быть часто из-за полировок там XIX века, когда шлифовали это, чем получалось. И достаточно грубо А владелец известен? не владелец неизвестен. Вот мы поговорили в предыдущих видео про два доспеха, которые были императоров, mm -hmm. а дальше ха, мы начинаем, уже переходим в область, где больше гипотетики, да. Вообще ремесло историка, да, ремесло оружиеведа, оно не в том, чтобы обязательно сказать «это был доспех, там, типа Карла Великого или кого-нибудь еще», да, мы говорим о ситуации, которые имеем. То есть мы не придумываем, мы основываемся на известных нам данных, стараемся собирать, собрать их, возможно, более полно, Возможно, более полную картину, включая анализ происхождения вещи, то есть как, как, как она использовалась не только в момент, когда ее сделали, да, mm -hmm. там в 16 веке, да, как она вообще, что с ней дальше было. Вот, насколько это возможно, стараемся выяснить. И здесь это очень интересно. Но предположу, что человек был не бедный. Ну, вообще, в принципе, это доспех, в общем-то, <coughs> тоже элитарный. И вот мы, опять же, предвосхищаем, мы сейчас будем говорить о том, что вся эта традиция, она от императора Максимилиана вообще идет, вот, костюмные доспехи. Вот, Поговорим немножко про шлем. Давай, давай, давай. давай. Шлем, ну, закончим про функционал его, да, потом пройдемся по декору. Шлем вот вместе с ожерельем, да, к ожерелью он приделал с этим валиком, да, его можно снять, и будет голова просто в ожерелье, а можно надеть. Вот. Шлем забрал он кузнечный меха, кстати, тоже классная штука. Такие ребристые. Да, да такое вот с такими mm. треугольничками, ну, я думаю, форму видно. Приделывается ожерелье к доспеху вот такими поворотными штифтами Кстати, поворотные штифты тоже такой ноу-хау 16 века До этого тоже известные, но в 16 веке прям на широкую ногу начинает использоваться Ногу зачастую в прямом смысле этого слова Поворотные штифты достаточно полезная вещь Здесь они достаточно массивные Вероятнее всего, конкретно вот эти сделаны Это новодельные, сделаны копирующие оригинальные вот. Шлем и ожерелье украшены гравированным орнаментом. Не травленным, именно гравированным. Я даже вот с нашим э, другом и реставратором, и реконструктором и бойцом в латах, и реставратором в Русском этнографическом музее, Артеме Аде, я с ним даже пообщался, ему эту вещь показал. Вот, он подтвердил, что это действительно гравировка. А в 16 веке, начиная как раз с середины второго десятилетия, основным, основной техникой декорирования доспехов становится травление. Вот, то есть это как бы такой интересный момент. Вот, здесь у нас, э, ну, основа декора, там такое дерево, из которого растут, значит, разные всякие листочки. О, крутой ожерелье, а? да? да? крутое ожерелье. Кстати, вот этот вот валик, это не просто валик, это имитация цепи угу. аристократической, которая была украшением тоже костюма там, первых десятилетий 16 века. Причем как мужского, так и женского. Блин, это же очень сложно, наверное, вот Ну, естественно, но это, это как бы работа в рельефе, это дорого-богато, и в этом фишка. В этом смысл. То есть такие доспехи делали не на последние деньги, делали часто для каких-то, ну, придворных парадных турниров и так далее. Еще один элемент важный, да, здесь у нас вот такой вот декор, пропиленный квадратиками снизу uh -huh. и пропиленный треугольничками сверх, э, сбоку. Это нам будет важно в самом конце, запомните это. Хорошо. Вот. Дальше посмотрим на заднюю часть. -то красиво -то. Если мы красиво, да. Ну еще фоткают нас, это фотографии, которые делают наши Эрмитажные фотографы, они просто еще умеют ну, красиво Просто Просто вот, не, не увидишь что ты с такого ракурса эти вещи в музее. Ну, зато на канале Макса Юна можно их увидеть. Обратите внимание, что декор на задней части не совсем похож на декор на передней части, да? Рисовка немножко другая, то ли другая рука. А, то ли попроще, просто... Будет, да? да не то, чтобы попроще, просто по-другому. Uh -huh. да, почему так на самом деле мы не знаем. А, возможно, это сделано тогда же. Возможно, его не было сзади. Его сзади доделали да, в 19 веке, хотя не очень похоже. Это определить сейчас ну, достаточно сложно. Вот. Тем не менее, вот э, разницу декора мы констатируем. И, кстати, обратите внимание, вот такой вырез верхнего края пластин э, такими полукружочками. Тоже нам будет э, это снизу в конце разговора по важно. По-другому Да, снизу, вот тут у нас э, запилы треугольничками. Да? Но запилы, э, запилы квадратиками есть на нижней части ожерелья, на нижней части забрала. Да? То есть эти вещи друг с другом бьются, они комплектные. Ну, да. Жан, покажи еще раз: сзади. Uh -huh. uh, вот это как раз то о чем ты говоришь, Бургунский шлем, да, вот на вот этот маленький. Да, валик да, вот, смотри, Я знаю, что и тебе и всем зрителям канала всегда интересна прежде всего функциональная составляющая доспехов. Я сегодня, поэтому э, думаю, покажу максимальное количество картинок, которые именно ее раскрывают. Мы сегодня, забегая вперед, будем смотреть на мужские задницы и не только задницы, даже на мужские гульфики будем смотреть. Костюмный Наконец-то, а? Предполагаю, Приплог... Наконец-то, так долго тамили. мы к этому шли. Вот. А, ну что ж, посмотрели на шлем. А, посмотрим немножко на доспех. Сам доспех, конечно, странный кипец. Сам доспех, конечно, странный. В этом интересно. В этом вопрос, что это, да, что это такое, для чего это нужно. Обратите внимание, что на правой стороне доспеха отверстие под, под фокер. копейный крюк-фокор. Да? Ага. При этом конструкция плечей явно не, не предполагает то, что можно использовать копье любопытно, да. То есть керасера более ранее? Или комплект такой мультифункциональный? Вот мы к этому вернемся еще Давайте немножко сохраним интригу. Пока про вообще комплектацию доспеха. Доспех с разрезами и буфами, да, вот вообще Костюмами называют доспехи С разрезами и буфами, имитирующие Элементы костюма Доспехи с широким таким подолом Называется танлет, вот, об этом Тоже чуть подальше И вообще с элементами Которые вот соответствуют Дворянскому костюму То есть он как бы имитирует какие-то черты костюма То есть да, Вот эти вот валики у него тут имитирует, на груди Имитирует черты костюма Цепь та же самая, да? Да, в частности вот, и здесь еще очень любопытная система защиты рук, которая тоже, ну, время от времени применяется в XVI веке. То есть то, что обычно закрыто кольчугой, закрыто пластинами подмышечной впадины, и вот такие руки. Они на самом деле при кажущейся сложности и громоздкости конструкции отлично сгибаются. Понимаешь, вот там в локте я не сомневаюсь, что они нормально работают, но вот здесь подмышки, как будто бы, знаешь, с подмышкой больше вот, вопросов. Вот, как будто вот он так с подмышкой больше драться. вопросов. Вот. Но, скорее всего, это работало тоже. Мы у нас в музее проводили эксперимент. У нас есть небезызвестный Вадим Купцов, вот, известный всем реконструкторам и любителям истории. Вот Вадим Купцов имеет э, подходящую конфигурацию тела для этого доспеха. Ага. Вот, ну то есть он не очень большой, мне доспех маловат просто, например. Соответственно, вот мы его туда запускали. А так можно, да? Ну, да, во-первых, он работает монтажником выставок, и он, в принципе, это часть его работы. На человека это надевали, но ну, это специфично, да, там человек должен быть все-таки другой анатомии, видимо, более широкоплечий uh -huh. все-таки, но скорее всего, это было достаточно пригодно. Не забываем, что внутри этого доспеха, ну, если не должно было, то могло находиться одеяние с этими пышными рукавами а -а -а. с а -а -а. То есть там прослойка из ткани, которая тоже немножко, как мы говорили, поддоспешник должен препятствовать истиранию тела, да, под ним вот там как раз был некоторый слой, который был не столько для амортизации, сколько чтобы во всем этом было удобно. Э, кстати, вот если говорить про наручи, да, поговорим про... Ой, э -э, поговорим про наручи, э -э, да, у нас наручи <сё> и, и этого доспеха... И, ну, это не самый сложный доспех такого типа. Наручи и этого доспеха, и вообще вот максимилиановского доспеха 16 века, они да, такие большие трубы часто. <сё> <childhood> Почему это делалось? Потому что вот рука, да, она должна двигаться, она имеет тут овальную форму, uh -huh. она должна двигаться, uh -huh. и э, у нас там наручи, например, 14 века она часто более анатомичны, чем наручи 16. потому что в 16 веке уже просто забили на это дело и рука там живет как бы сама по себе и это достаточно удобно. Вот плюс там мог быть тоже поддоспешник, который несколько потолще и дает ну при должной как бы мягкости дает должную подвижность. Вот, поэтому руки доспехов 16 века, вопреки тоже распространенному убеждению, возможно, они часто бывают такие круглые в профиле. Интересно, да. Вот, говоря про конструкцию рук, очень любопытно. Как это выглядит? Эта система очень похожа на вот этот валик на шлеме. Кстати, вот здесь вот еще разок отлично видно. И вот здесь вот на плечах у нас очень похожая система. На передней части керасы, на задней части керасы и на металлической лямке сверху, что важно. Мы тоже имеем такую вот отвальцовочку в которую входит отвальцовка на ответной части, Блин, да? что на ответной круто части. А? Ну, мне кажется, это замечательно. Причем, надевая все это на нашего товарища, мы столкнулись с некоторыми проблемами. Так. Дело в том, что как бы запихнуть его туда достаточно тяжело, потому что по сути на него нужно вначале надеть руки, да, а потом, а потом надеть это... на него керасу. И как бы запихнуть вот эту руку внутрь керасы, довольно сложно. Я понимаю, это вот когда ты, не знаю, какой-нибудь плеер разобрал, тебе прежде, и чем да, да. Финальный в него финальные винтики нужно так все проводочки туда сложил, сложил так, ой, блин, провод заело. И вот так вот. Да, и вот ну, для этого нужно как минимум несколько человек. Да. И вот здесь, на этом слайде как раз показано, что в доспеха есть средства специальные для того, чтобы этот процесс облегчить. Что mm -hmm. любопытно. Вот в металлической лямке, кроме там лямка держится на штифте. Вот штифт и вот тут по, по кли, а, клинышек такой эм, крючок, в который этот штифт входит, да, угу. в дырочку в нем, чтобы его зафиксировать. Вот здесь, кроме вот этой вот э, отверстия под э, штифт, которая запирает эту вот систему, да, еще существует еще одно отверстие, которое позволяет временно заблокировать. То есть можно заблокировать систему открытой, вставить туда руку и потом так хлоп и дозакрыть. И вот эта вот лямка правая, она оригинальная. Левая это новодельная, сделанная по ее образу и подобию, но там эта система не повторена. Блин, как а же здесь это сделано. Круто вообще, а. Ну, то есть. Это, это такая тонкая работа. Это просто очень остроумная система на самом деле. То есть это еще один аргумент, который говорит о том, что это не просто там доспех сделанный, чтобы вот он стоял на манекене, это реально надевалось на человека, и если бы его сделали в 19 веке, они бы этим не заморачивались, они бы сделали, он бы стоял на манекене, он был бы весь такой кривой, У -у -у. и это говорит о том, что это доспех оригинальный 16 века, ну, один из аргументов, и о том, что вот эта система с вот этой вот вальцовкой на руках, она была на нем изначально, скорее всего. Ну, потрясающе, я вот. такой вообще первый раз сижу. А, ну, собственно говоря, а, что тут еще любопытного? Ну, вот как рука выглядит угу. вообще целиком, да, то угу. есть она состоит из нескольких частей. Кстати, вот эта вот подмышечная <с пластина <с вставная, она, вопреки э, традиции доспеха 16 века, она так приклепана довольно жестко. То есть она, она обычно такая входит туда внутрь, да, угу. часто даже на некоторых доспехах там такая пружинка внутри бывает. Особенно итальянцы любили вот э, в гротескном доспехе и, вот, пружинка, то есть и хоп, и она обратно. Хоп, и она обратно. Тут Хоп, а она жестко зафиксирована. Mm. Вот. А, ну, вот, кстати, вот эти вставки, они ча часто были, скорее всего, еще средством подгонки по размеру немножко доспеха. То есть могли взять э, нагрудники общие и потом чуть-чуть э, за счет вот этих вот положений вот этих вот вставок подогнать. Но это Хитро. больше про такие доспехи попроще. Mm -hmm. Вот. А, собственно говоря, тут сегментная, вот, э, вот эта конструкция плеча, она собрана на ремнях изнутри. Mm -hmm. Кстати, возможно, сейчас в ходе реставрации ремни новодельные, возможно, их склепали чуть более разобранное чуть более как бы, поэтому кажется руки э, длинные. да, поэтому они такой, он такой вот, возможно, оно было пособраннее в оригинале, но это сложно сказать. Внутри, кстати, каждая пластинка помечена, есть такой кузнечный метод, э, сегментные конструкции из многих пластин э, в средние века. И это на множестве вещей прослеживается Их метили, ну, uh -huh. номерами Как сейчас мастер собираешь чтобы деталь не перепутать Он маркером пишет 1, 2, 3, 4, 5 Тогда так не писали, брали керн и точку Одну точку, вторую точку, две точки Три точки, четыре точки Вот у них там так сделано А потом сверху, в ходе, видим реставрации Наверное, я полагаю, середины 20 века Там цифры нацарапаны Арабские, ну, современные uh -huh. Вот, повторяющие вот, на самом деле, любопытно, часто внутренняя поверхность доспехов, да, пластин, она нам дает понять, что там отдельные пластины, потому что, ну, если очень грубо, то оригинальные черные ты изнутри, ты говорил, а да, эти, в прошлый раз там. показывал, да, там белые изнутри. Там разное качество металла, там да. какие-то фактуры разные. Да, и вот тут вот на одном из плечей две верхние пластинки, возможно, заменены, а на втором они оригинальные, то есть mm -hmm. это точняк. Вообще, тут по пластинам практически нет сомнений в их происхождение именно из 16 века за исключением одного момента если мы посмотрим на вот эту заднюю часть подола угу. мы начинаем говорить про мужские задние части подола собственно говоря тут и по геометрии ее видно, и по вот этому оформлению, вот такой вот расходящий, орнамент, расходящийся от центра, он характерен для немножко более позднего времени. Это уже то, что называется протоборочный доспешный стиль, если есть Бруно Томас такой, австрийский искусствовед. Вот, и вот у него есть классификация доспехов, вот у него протоборочный стиль, там одна, один из элементов э, важных, это вот этот вот орнамент, расходящийся от центра. Но это уже детали. Вот, то есть по орнаменту, по геометрии очень далеко подол отходит сзади, да, то есть прям он такой, как ракета растров, да, это, ну, он ближе, скорее всего, должен быть к телу, да, и по задней поверхности пластин мы видим, что вот этот элемент новодельный. Это, mm -hmm. скорее всего, единственный элемент новодельный в этом доспехе. Новодельный — это не обязательно сделано сегодня, это может быть сделано где-то в 19 ну, веке. не оригинальный. Но не оригинальный, да, не принадлежащий конструкции. Вот. Остальные э, э, элементы, видимо, отдельные. Очень интересные руки. Вот рука отдельно, да, мы видим, что она вот, она вращается, вот как шарнир вот в этом креплении. Очень странное дело, вот по отдельности эти элементы все такие сложные, такие прикольные, такие интересные, а вместе собрано в этом громоздеку. Э, оно, на самом деле, ну, э, довольно органично смотрится вместе. То есть, э, и надо понимать, что все-таки доспех использовался для очень э, особенных Моментов, я видимо. бы хотел посмотреть его в, вот, просто на человеке, как он в нем двигается. Э, нужен человек с достаточно узкой талией и широкими плечами. То э, есть, если мы найдем этого человека, то это можно сделать? И... Э, это сложно сделать, но можно об этом будет поговорить. Насколько широкие должны быть плечи? Ну, вот deixar... А рост какой? А рост, ну, то есть, должны, он рост должен быть чуть повыше тебя, purchases. а при этом плечи у него должны быть чуть пошире моих. Uh -huh. ну, то есть, это человек достаточно редких пропорций, согласись. Да. Yeah. Вот. Собственно, на самом деле мы поговорим о возможном, возможном владельце доспеха этого. возможным гипотетическом. Okay. Вот. Но там по поводу его широких плечей тоже есть некоторая, некоторая такая мысль. Вот. Ну, как я уже сказал, да, вот это прикрытие. Прикрытие-открытие на локтевом сгибе, набор из пластин. Это вообще круто. Да, да. Странно, что сейчас так не делают. Хотя оно, конечно, тяжелое и есть подвижность. Но... Вот. А, обрати внимание, что здесь у нас рукавица. Да. Да. Это... Не перчатка. Ну, а, даже не то, что не перчатка. То есть в это время, это второе десятилетие 16 века, рукавицы используется вовсю. Но это не просто рукавица, это рукавица массивная, мощная, с этими вынесенными наружу костяшками. Она достаточно объемная. Она очень такая USB-шная. Прямо вот, да. Прямо вот в этом смысле. И, скорее всего, это лишнее свидетельство того, что доспех применялся для пеших боев. Или, ученые скрывают, и это избешный доспех из 2030 года, который занесли в прошлое. Ну, я так набросил. Где тогда человек широкоплечий? ну вот он родился Сейчас он и... скачался да вот ну Лёха Литвиненко стал повыше а, Еще один еще один момент достаточно любопытный который как мне кажется будет интересен а, знатокам современных боев да, здесь достаточно популярная впоследствии в 16 века схема когда вот эта часть руки нижняя да она к верхнему плечу крепится за счет тоже валика а, да. такой шарнирной системы да, то есть она крутится вот тут один из буфов, он забит, и на руке там соответствующий выход. И это все формирует неразъемную систему, которая в то же время позволяет руке крутиться. Это удобно, весь 16 век эта система используется. Это какой-то вообще запредельный уровень, я не знаю, кузнечного мастерства или. Запредельно будет дальше, я сейчас покажу. Просто Ну, это настолько непримитивно, скажем так. Это настолько сложно, что. Ну, пору действительно задуматься, знаешь. Типа ученые скрывают, да, историю все выдумали. Потому что как можно было сделать это в 15 -м веке? Э, в 16-м. Шестна... А, ну в 16 то конечно. На самом деле разница есть. И э, в 16 веке у них прямо хорошо было с технологиями. Вы... То есть я думаю, что многие современные мастероплатили, я... прям позавидовали бы оснастке тех мастерских. Безусловно, я понимаю это, но вот, типа, вот как мы с тобой. Это обыграть? удивительно. Это, я это, с тобой согласен. Удивительные это вещи. Это... То есть я в своей жизни столько видел доспехов, но вот сейчас я просто сижу и в шоке, честно говоря, что почему вот, вот это вот все вот... Мне надо было заниматься 20 лет этим, чтобы мне наконец показали, я дорос. Я тебе скажу, что на самом деле, ну, возможность общения с оригинальными вещами достаточно сильно изменяет угол, под которым ты смотришь на доспехи. То есть... В разных, в разных смыслах. То есть, ну, во-первых, начинаешь смотреть на них еще как на предмет декоративно прикладного искусства. Uh -huh. да, то есть это декорированные вещи, это ювелирные техники и так далее. Во-вторых, во перестаешь на них смотреть как на просто спортинвентарь. инвентарь да, Хотя, ну, вряд ли все так прям узко смотрят, но тем не менее, да. То есть это становится таким предметом именно высокоуровневого ремесла. Я сейчас даже говорю о том, что... Оставить за скобками весь этот декор с буфами там и так mm -hmm. далее. Ну просто тут так набор вообще технологических решений. Меня все время плавающая заклепка так поразила, оказывается. Слушай, ну плавающая заклепка это база, прям да. это Оказывается, там куда-то еще шаг было потом. А, да, так оно все время развивалось. На самом деле, если бы не изменения в военном деле там в течение 16 века, да, и в начале 17-го особенно, то мы бы еще не такое увидели, я уверен. Такое ощущение, что мы сейчас с тобой рассматриваем какой-то, знаешь, концепт-кар, вот. Это так и есть. Да? Вот это прям очень хорошая налоги. Да, да, да. 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 Это реально концепт. Продемонстрированы все возможности мастерской, все возможности, ну не знаю, там, ну как делают концепт кары сейчас, да? Приезжают на какой-нибудь автошоу, какая-нибудь э, компания выставляет просто машину, где они все свои на работы, все свои ноу-хау запихнули. И 30% из этого доходит до рынка. Макс, это еще ты не видел железные жопы, мужские? А мы дойдем. А, да, мы дойдем Поехали. Поехали. Короче, руки мы рассмотрели. Сабатоны. Да. Сабатоны декорированы в технике, называют, которая называется ми мипарти. То есть это асимметричный декор, да? один такой, другой секой. Ага, да, ну, как и в 14 веке, да, бывает шос, один красный, другой да, синий, да, да. бывает по-разному. Ну, вот в частности, 16 века замечательный салат, то есть шлем шалер. Uh -huh. салат для Реннона. работы мастера Конрада Зузенхофера сегодня про него будет. Вот, кстати, хранится в Москве в ГИМе. Mm. Да, То вот у него... него одна сторона такая, другая сторона сякая Прикольно. Это вещь по времени прям, ну, близкая. А когда такая мода возникла? Слушай, да, она ну, как бы ну, — со, со, да? со, со, со времен красно-зеленых шосс, да? — Со времен красно-зеленых ШОС, ну, то есть, она возникает где-то, я полагаю, в первой половине 14 века. Там вот этот вот момент локальный, это ж не так, что типа, ребята, все переодеваемся. Вот так было в 19 веке. — Сейчас важная вещь надо сказать. Зрители, те, которые и СБшники, понимаете, вам никто не запрещает делать уникальные вещи. И история знает огромное количество разных способов кастомизировать свой доспех вот хотя бы на этот слайд посмотреть. <свист> <свист> Смотрите, друзья, как сейчас делают избэшники доспехи, ну и вообще там все, кто доспехи, они смотрят такие, блин, вот у того мужика на видео, да, успех вообще отлично. Надо делают сделать. У кого он заказал? Вот в этой мастерской я закажу, пожалуйста. И потом у нас 15. Да? Макс, который заказал только что бикок такой же, как у Миши, да? Ну, это другое. Вот. Другой. Но это другое, хорошо, это не то. Вот. Ну, ладно, смотри. И мы сегодня поговорим о том, что тогда они делали точно так же. Смотри, когда точно я... так же. у Жени Кузнецова заказал себе вот из романа об Александре, mm -hmm. вот такую, в такой интерпретации он был один. Сейчас, да. сейчас не знаю, ну, я 5-6 да, ну, таких это, это, же не, это все, теперь это не бацанет из романа об Александре, теперь это нет, как у Юна. Так и есть. Вот. Поэтому, но, с другой стороны, хорошо, что он, как бы по мотивам романа об Александре, да, это, в общем, создает некий неплохой тренд. Вот, кстати, та самая Тунская книга, Тунская скетчбук, да, книга Тун Гогенштайн, где тоже изображены доспехи Мипартии примерно к этому времени. Это Аусбургская мастерская Эхеншмитов и доспехи сделаны для императора. Прикольно, вообще. Да. Вот. Это я к тому, мне что... Мне этот выпуск нравится, мне кажется, больше всех Ой, наших хорошо. предыдущих. Ну, тут это доспехи для пешего боя, да, это то, что надо, на самом это деле. Это но сложно, но круто. Вот, но ну, это к тому, что, почему я говорю про ми вот эту всю моду, потому что многие говорят, что типа, ха-ха, они поддельные. А. Ничего подобного. Это вы поддельные. Вот, про подол мы поговорили. Теперь поговорим про декор доспеха в целом. Так. Есть проблема. Декор mm -hmm. доспехи в некоторых в частях да. разные. Это заметил я тоже. Вот, тоже заметил. И это как бы ставит вопрос, а не фуфло ли это? Да, комплект ли это? Да, комплект ли это? Вот, и, и тут на этот вопрос у меня есть э, достаточно, как мне кажется, обоснованный ответ. Это комплект, собранный из нескольких комплектов в 16 веке. Mm -hmm. Потому что... С одной стороны, здесь у нас три стиля Да, вот я на схемке показал Красненьким показан один Это такие разрезы и буфы Да, вот, ну, сами видите, что Да, к нему относятся да? Кераса, руки, ноги Вот, тассеты сегментные ну, да? Кстати, вот на бедрах особенно видно, что это прям ланцместские штаны Да Вот это вот, вот это Вот эти набедренники с такими провисающими полукруглыми буфами Это прям характерная черта костюмных доспехов практически всех Кстати, вот забегая угу. наоборот на шаг назад, вот мы uh -huh. в прошлом ролике с тобой разбирали доспехи Ведьмака, и там, помнишь, было uh -huh. два персонажа, у которых э, кераса, там, та да, да, сидела да. На, на коленнике, на uh коленнике, -huh. но бедра вроде бы просто штаны. Да, а, просто то штаны. А, то есть, если бы они сделали эти ну, штаны из металла... Делать, надо делать вот так. Если бы не это, делал, что там металла, были прямые то, буфы, а нет. здесь именно, ну вот такие вот э, скошенные, они прям их много uh -huh. есть. Uh -huh. Вот, значит, второй стиль это то, что я поставил голубым, это декор шлема и декор на такими, да? Ну третий это вот э, неоригинальные вот эти вот э, ножопник. Э, нажопник, да. да. Можем говорить слово ножопник да, в, в роли ножопник. Вот, э, смотрите, э, что дружит э, подруж... э, как это сближает синий стиль условно с красным, да, на набедренниках у нас сверху отвальцовка да. в стиле синего стиля, а все остальное в стиле красного, то есть это элемент, который, если вкратце, у нас вот такой вот, вот такая вот вальцовка, да, она, кстати, вот тут уже повторяется, вот, то есть вот такая а, ты... вот вальцовка, она на спине, да, а вот такая вот на груди, на руках и на ногах так mm -hmm. вот, на бедренниках вот такая и э, вот такая. Да? То есть, на набедренники, они как бы не, не, несут элементы не, не, и того, и другого стиля. Ага. Вот, на самом деле ситуация, когда взяли доспехи, куски готовых доспехов, и их дополнили, э, ну, то есть, например, -то для доспеха... Составили. Вот есть у нас ситуация, когда для доспеха Генриха VIII, английского короля, взяли готовый уже шлем, и к нему доделали остальное. Ну, типа, есть, есть шлем, зачем доделать? Надо было быстро сделать, там, это э, делалось до турнира. И взяли шлем, на нем прям итальянские клейма. То есть шлем сделанный в Италии, а все остальное сделано в Англии. Вот так вот. То есть, и эта ситуация не единственная. Это, в принципе, была такая практика, поэтому, скорее всего, э, сделали в мастерской просто из э, двух разных комплектов, подружили их вместе что-то доделали и собрали mm -hmm. один в 16 веке. А уже позднее, вероятно, в 19 или даже двадцатом 20 20-м, доделали тот подол отвратительный. Mm -hmm. Вот. А... Ну, самый доспех же, получается, начало 16 века. Ну, да. да. А, а ты имеешь в виду, что вот составили их... Составили их, скорее всего, в той же мастерской, потому что они составляют систему, да. То есть руки с плечами, вот это э, э, ожерелье со шлемом на керасе. и с одной стороны оно немножко чужеродное, с другой стороны это, скорее всего, объединение именно условно, 16 это... века оригинальное. Так, погоди, я пытаюсь понять. Давай. А, вот у нас есть нагрудник и на спинник. Да? Нагрудник и на спинник. И мы вот, допустим, по вот этим вальцовкам, куда вставляются руки, видим, что они, ну, хорошо. С... Да. С... Да. То есть смотри, смыкаются. На спинник, на, груд... на спинник одного стиля, да. да? нагрудник другого да. стиля. Но при и этом они между все собой... Все это вместе, нагрудник, на спинник и руки образуют цельную систему, которая работает как система. То есть можно ли предположить, что на самом деле было два доспеха, условно идентичных, но в двух разных стилях? То есть они несут а, те же, они используют те же технологические решения, но разный дизайн. Он близкий друг к другу. Скорее всего, в мастерской просто были элементы в одном стиле сделаны, были элементы в другом стиле сделаны, и такие, ну, типа, нам надо доспех быстро собрать. А мы уже сказали, ну, давайте собираем вместе. какая это мастерская? или Нет, мы, не а -а -а. мы не знаем. Мы не знаем. Мы сегодня об этом поговорим и порассуждаем, потому что там есть некоторая логика в этом Сейчас, смысле. Ребят, если вы хотите знать, что это за мастерская, кому принадлежал доспех, обязательно подпишитесь. Лет через 20, когда ученые перестанут скрывать, вы колокольчик поставьте. Будет видос «Ученые раскрывают». «Ученые сдались. Мы наконец узнали». Да, ну э, вот, ну, ученые пытаются раскрыть правду. Если среди наших зрителей будет человек, который э, это дело продолжит и допытается истину до конца, я с удовольствием не, пожму ему руку и буду максимально рад и благодарен. Не, серьезно, хотя бы ради этого стоит подписаться на канал и нажать на колокольчик. Потому что вот в позапрошлом э, ролике с Андреем э, как раз мы говорили о том, что был доспех 200 лет. Э, был доспех, и его владелец 200 лет был неизвестен. Вот Андрей ну, Как 200? Выстил. Он 16 века, смотри. Ну, ты говорил, что он век. Был, попал в Эрмитаж а, ну это лет да. назад. Да, 200 лет назад. Хорошо. Вот. В Эрмитаже был 200 лет да. неизвестен. И вот Андрей докопался до истины и сказал нам, чей это был доспех. Так что, может быть, опять же, тот же самый Андрей через 15 лет расскажет нам, чей это доспех. Подписывайтесь, это лайки, это колокольчики. Посмотрите видео про доспехи двух императоров, маленького и побольше. Вот, мне кажется, это интересно. Ладно, продолжаем. Вернемся. Значит, мы разобрались с тем, что это общий комплект. Угу. Да, разобрались с тем, что у него есть новодельный подол сзади. Но э, как бы долг любого музейного профессионала и вообще исследователя ⁇ это докопаться еще не только до того, где этот доспех был сделан, но прежде всего нужно поговорить о том, что называется провинанс. Слово провинанс ⁇ это происхождение доспеха. Угу. И тут нам открываются очень-очень любопытные вещи. Нам известно описание которое дано Эдуардом Эдуардовичем Ленцем. Это такой наш э, хранитель, э, специалист. Да, на самом деле, один из основателей вообще исторического оружия, как исторической науки. Да, э, рубежа, ну, самого-самого-самого начала, начала 20 века. До революции еще русской. Вот, человек с немецкой фамилией э, стоит в основе русского оружеведения. Один, угу. из, один из людей с немецкими фамилиями. Внезапно. Так вот, Эдуард Эдуардович, кстати, вот, э, я сейчас перевел все его статьи с немецкого на русский они должны выйти в эрмитажном издании в виде книги. Сейчас э, она находится на, я надеюсь, финальном этапе редактирования. Вот там э, больше 10 его статей, которые всем рекомендую. Вот книжка, я надеюсь, в течение года дай Бог, дай Бог, выйдет. Итак, Ленц пишет: Доспех первой половины 16 века! Это инвентарное его описание для пешего турнира, выкованный в подражание модного в то время ланскнехтского костюма с многочисленными разрезами, сквозь которые буфами выступала цветная подкладка. Бургунский шлем с двустворчатым подбородником забрал максимилиановской формы с горизонтальными выступами. Все это уже обсудили. Интересную подробность представляет ожерелье первоначального устройства, которое носилось поверх нагрудника. Доспех, имеющий большое сходство с доспехом будущего императора Карла V, работы мастера Конрада Зойзенхофера, хранящимся в Венском музее, Выбран был в кладовой Санкт-Петербургского артиллерийского музея взамен переданного туда по высочайшему повелению 1876 года орудия 15 века. Вот какое орудие 15 века в артиллерийский музей было передано, мы не знаем, но зато благодаря Ленцу мы знаем, что доспех был в артиллерийском музее, и мы его выменили в Эрмитаже. Да? К, вопросу о вот. взаимодействии музеев, да? К вопросу о взаимодействии музеев. К вопросу о взаимодействии музеев. Еще у нас есть карточный каталог Ленца, он никак не издан, это просто карточки, написанные от руки. Вот. Непонятно, кстати, как на него ссылаться в статьях, Ну, мы так и пишем. Карточный каталог Ленца, он нигде не фигурирует, а нам доступен, слава богу. Вот. Мы узнаем, что доспех в свое время был покрыт черной краской. Вот этот вот, который сейчас белый, он был покрыт черной краской весь. Вот. И был отреставрирован, когда пришел в Эрмитаж. И это открывает нам очень любопытную страницу его истории. Потому что нам известно, что черные доспехи использовались, начиная с времен Петра и его сподвижников Петра I, основателя Петербурга, кто не знает, вот, с времен Петра I доспехи покрытые черной краской использовались на царских и не только царских похоронных процессиях. Вот, например, в делах посольского приказа, относящихся к истории русского театра, сохранился следующий документ. Я цитирую. 1707 год, февраля 21 -го, день, по приказу Дьяков, Ивана Волкова, Михаила Ардостамова, отданы из комедийных рамины, латы добрые, все воинские одежды и снаружи, и с руками, и что на главу налагают комедианту иноземцу Артемию Фиршту, для того, что велено ему по приказу э, Траливали, э, латы на двор, для начала, к нему для действия чина при погребении отца его, боярина Феодора Алексеевича и так далее, и так далее вот, то есть со времен, в общем-то, стародавних такие латы использовались на погребальных процессиях ну вот в описании процессии на похоронах Петра Первого мы ходим находим тоже описание, в позлощенных латах из шталмейстеров Казма Теремицкая ехал на лошади с обнаженным мечом и так далее, и так далее. Самое прекрасное описание, которое мне нравится, а, свидетельство, самое интересное, приносит, приводит Бенуа а, в своих мемуарах. Я прочитаю полностью, потому, по-моему, это а, то, что видел каждый человек однажды, а, наблюдая за людьми, облаченными в латы. Давай. Разочаровался я и в том, что ожидал с наибольшим трепетом, а именно в рыцарях. По... По церемониалу. Извини, извини, извини. Это отзыв на СБ-турнир. Все, прости, пожалуйста. По церемониалу, установленному еще Петром Первым, погребальное шествие высокопоставленных лиц, а тем паче государя, Должно было, на манер того, что происходило в других европейских государствах, включать в себя и героическое изображение жизни и смерти. Жизнь была представлена закованным в золотую броню рыцарем, верхом э, на покрытым золотом парчой коне. Смерть же олицетворял рыцарь в черных доспехах, следовавшие пешком. Эти рыцари наконец и появились, но золотого как-то оттиснули другие группы, так что я его заметил только тогда, когда он уже был готов исчезнуть из моего поля зрения. А черный рыцарь с опущенным забралом шел такой ковыляющей походкой, его так качало во все стороны, он так волочил ноги, что можно было заподозрить его в крайней степени нетрезвости. Вот такое описание замечательное. Замечательно. Я думаю, каждый это, видел это когда то Это отзыв с какого-то реконструкторского мероприятия или турнира, турнира. Если это реконструкторское мероприятие, крайняя степень нетрезвости может оказаться не такой уж иллюзорной. Больше всех, говорит, разочаровали рыцари. Вместо того, чтобы драться, они обнимались, стояли около забора. Да. Вот. Так вот, черные доспехи, покрашенные черной краской, использовались при, хочется сказать, при погребании процессиях. Если поедете в царское село, там сохранился доспех Бутафорский золотой, который в, в таких процессиях использовался, и черный, кстати, тоже сохранился. А, вот. Но у нас есть разговариваем о нашем армитажном доспехе. У нас есть такое вот описание, описание арт артиллерийского зала, достопамятных и недостопамятных предметов 1862 года. Mm -hmm. Автор Талызин, надворный советник. Это описание коллекции, которая потом стала коллекцией артиллерийского музея нашего сегодняшнего напротив трамвайного через реку, кто не бывал. Вот, находилось оно, кстати, там, где сегодня находится то, что называется Большой дом. Да, милицейское управление на Литейном проспекте. Не знаю, как а, правильно называется, понимаю, но ага. все, кто в Петербурге живут, все знают. Вот, там был... Э -э 4, да? Да, да, детей не 4 совершенно верно. Там был старый пушечный двор, потом новый пушечный двор. В общем, там хранились пушки, всякая к ним атрибутика. И потом там хранилась такая мемориальная коллекция всяких любопытных вещей в деле, прежде всего, артиллерии, но и военного дела в целом. Так вот, наш эрмитажный доспех располагался там в рыцарской комнате сохранилось два э, сохранилось описание скорее всего относящееся к нему рыцари два печальных в черных латах при них два больших меча и один малый означенные латы были в употреблении при погребении э, императрицы Елизаветы Петровны вот то есть скорее всего наш доспех как мы можем судить из инвентарного описания да, применялся действительно при похоронах э, нашей императрицы вот. Но ну, мне кажется, что это максимально небанальная судьба доспеха. Любопытно об этом узнать. Но ну, это подтверждает его подлинность и дает некоторый, ну, как говорится, провинанс, который, э, как минимум, интересен. А, кстати, вот э, изображение процессии погребальной. Да, процессии погребальной Николая Первого. <связывания> кстати, напомню, что Николай Первый основатель нашей коллекции в Эрмитаже. Да, коллекции западноевропейского А вот как раз два рыцаря, да? И вот как раз два рыцаря. Один черный пешком, второй светлый верхом на угу. крытой попоной лошади и вот есть изображение как раз которое привозит Талызин в своем описании артиллерийского зала изображение нашего доспеха покрытого черной краской пожалуйста мне угу. удалось его найти ну вот я думаю так погоди, это вот эта зарисовка из книги 1862 -го года а, да вот то и есть вот это он, прям... вот вот, она в я вот понял, можно это, ее я найти то есть это прям он и это, это прям надо. он. Ну, тут, мне кажется, сомнений не может быть вообще. Да? Доспех хорошо узнаваем. В общем, конструкция плечей. Что он, тут он выглядит лучше. Слушай, <laughs> это, <laughs> <я> это скан же, <laughs> вот. Да, не, я, я имею в виду, что ты, наверное, прав, и мы как-то так руки собрали, что им кажется длинными. Потому что а так здесь, да, здесь да, пересборка, Конечно, это, конечно, пересборка. Я про это я поэтому и говорю. Блин, сегодня какой-то очень интересный выпуск. Я даже не ожидал, что так будет. Ну, И его. даже тут, как на жопник не да, смотрится Да, да, это любопытный деталь Но то, э, классно то, что э, тут показано, что он есть. Да? Мы, скорее всего, он был приделан раньше, соответственно. Потому что иначе можно было подумать, Слушай, что его в Эрмитаже приделали к доспеху. Андрей, это прям детективная работа. Детективная работа. Еще одна: я, понимаешь, прекрасно: э, история это не скучная история это живая история про живых людей с умопомрачительными сюжетами. Во -во -во умопомрачительными. Вот. Слушай, я, мне прям нравится этот доспех, теперь все больше и больше. А, так, про прошло 10 лет. <связывая> <связывая> Макс Ю наброс доспехами. И мы, и мы узнали, кто все-таки владелец этого. Доспеха. <связывая> да, да все-таки мы узнали. Вот. Раздался в плечах, да, еще больше. Mm. Вот. Короче, ну, а, поговорим немножко о его происхождении, наконец-то.